Я свято верю, что собака – последний ангел на земле. Когда затянет душу мраком, она одна придет ко мне. Когда меня друзья доставят, когда надежды придадут. Поверить в искренность заставит глаза собачьи, что не лгут. Когда мельком последней боли жизнь подведет черту свою, усилием собачьей воли она лизнет ладонь мою. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Простите, проблемы с голосом. Ну, это, к сожалению, наша экология. Плюс у меня астматические компоненты и аллергические. Сегодня у нас ролик, как всегда, я буду просить вас о помощи собачки Снежи, которую мы когда-то с вами спасли. Ну, вкратце скажу, что Клёпа все уехал на передержку, Филя доставлен в клинику города Рязани, брала девочки такси, такси вышло мне в 12 тысяч, клиника оплачена 54 700 с копейками, это погашен долг. Теперь у нас, как всегда, одно перекрывает другое. Закрываю, другое остается. Еда у нас в долгу, потому что то, что собирали на питание, спасибо вам всем, кто откликнулся, пришлось закрывать клинику, так как был уже февраль, и мне пришлось закрыть долг в клинике. Ну, надеюсь, как всегда, на то, что вы о нас не забудете, не забываете и нам помогаете. Моя такая большая дружная семья. Сегодня у нас ролик о Снеже. Помните Снежу, которую я нашла худую на обочине дороги, у которой были ребра и кости? Хотела ее также отвезти к Наталье на передержку, но у нас выявилась проблема. Проблема с суставами и с позвоночником. То есть послала видео Николаю Николаевичу, он сказал вести собаку на МРТ, смотреть позвоночник. Что-то у нее там неврологическое. То есть она ползает на попе, она стерла себе уже лапы. Она не может вставать несколько. Большую часть времени она лежит. Лежит, и поэтому моя такая большая дружная семья. Я очень обращаюсь к вам. Мы уже когда-то с вами спасли нашу Снежу. Посмотрите, какая она стала. Жирненькая, пухленькая, хорошенькая девочка, ласковая. Собака-компаньон, собака необыкновенной доброты. Но нам надо понять проблему, проблему ее задних лапок и проблему позвоночника. Друзья, не пройдите мимо. Откройте свои сердца для Снежи. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.